На конкурс дети читают стихи. Чебаков Андрей, 8 лет, город Прокопьевск, Кемеровская область. Елена Благинина, «Папина фронт». Здравствуй, папка, ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивился. Да чего ж ты прежний был во сне? Прежний, но такой же самый. Словно не видались мы 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я вижу и висну на тебе. Мы с тобою начали бороться. Я, конечно, одолел в борьбе. А потом принес тебе 2 осколка, что нашел недавно у ворот. И сказал тебе: а скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год? Я сказал, да тут же и проснулся. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулся. В удивление посмотрел во тьму. Тьма такая, ничего не видно. Аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж мне сделалось обидно, что с тобою вдруг расстались мы. Папа, ты вернешься невредимый, ведь война когда-нибудь пройдет. Миленький, голубчик мой, родимый, знаешь, правда, скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю-прижелаю поскорей фашистов одолеть. Чтоб они наш край не разрушали, чтоб как прежде можно было жить, чтоб они мне больше не мешали, обнимать тебя, тебя любить, чтоб над всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, передай им от меня привет. Пожелаем всякую удачу, пусть идут на немцев, как один. Я пишу тебе и чуть не плачу. Это так, от радости. Твой сын.